Эй, приведите пленницу! Только не звука. Уже иду! Если один из охотников будет тихо, вали все! Вижу! Только не звука. Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали все! Кто там? Поищи ее! Да, вон еще! О, боже! Придется почти всех перебить. Плохо. Нам здесь не хватает людей. Ладно. Выходи. Что видишь? Здесь чисто. Поднимаемся выше в гору. Думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Тоже мой грех. Thank you.
Еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар! Тут убивают! Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо.
сокращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет. Не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Июля 82 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжело раненый. Ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые. Они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно.
где-то рядом. Ищите!